Воскресение Христово видевши, ощупаем глаза, припомним день. Да мало что поют уста выпивших, а если трезвый, то припомни, где. До этого не ведал, но увидел и поклонился лично и прилюдно. Что изменилось? Всем простил обиды? Христа встречал и целовал Иуду? Прийти к Христу, увидеть, победить, сомнение, неуверенность, неверие, вобрать тот свет, начать другим светить, стучащему открыть от сердца двери. А далее обещана трапеза, застолье с Иисусом допоздна, вино рекой, но почему все трезвы? Да, вкус небесный блюд суметь бы распознать. Но почему столь захудалый вид, такая затрапезная одежа? Весь вечер псалмов поет Давид, блюд 7 и 70 на выбор нам предложат. Но если вкуса этих блюд не знаем, то кто же нас поил, кормил в потемках? Бойцы с крестом, любовь его есть знамя. А может, мы, завернуты в пеленки? Мария Магдалина сама кувшин из глины. При встрече с Иисусом наполнилась до края. Она благоухает тем вином до ныне. Ее свеча чудесно не сгорает. Святое благовестие о встрече, когда увидевши воскресшего воскресла, не на груди теперь взвалила крест на плечи, ее кувшин целеханек не треснул. Воскресение Христово видевшее, признавши в нем Создателя и Бога, весть понесем для всех и нас обидевшим, здесь при кресте обувши наши ноги. 23 июля 2004 года.